В Лас-Вегасе введен режим чрезвычайного положения. Режим ЧП необходим для расследования стрельбы и оказания помощи пострадавшим. Власти округа Кларк в американском штате Невада, где находится Лас-Вегас, ввели чрезвычайное положение в связи с произошедшей в городе стрельбой. Режим ЧП вводится с понедельника, 2 октября. В документе отмечается, что Лас-Вегас – одно из наиболее популярных туристических мест в мире и что большие группы людей становятся целью для террористов и остальных преступников. Чрезвычайное положение позволит привлечь все службы округа для ликвидации последствий произошедшего. Напомним, в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США. 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. По последним данным, погибли 59 человек и 527 пострадали. ИК непричастно к стрельбе в Лас-Вегасе, ФБР. Преступник покончил с собой до прибытия полиции. По материалам сайта news.com.